Больше 70 автомобилистов оказались во власти непогоды в Копетинском районе области Абай. Сотрудники ЧС региона совместно со специалистами компании «Казавтожол» проводят аварийно-спасательные работы. Там из-за снежных переметов и нулевой видимости на дороге стоит колонна автомашин. Дополнительно к месту проведения спасательных работ направлено около 60 человек и 23 единицы техники. По уточненным данным ДЧС, в настоящее время из снежных заносов спасли и эвакуировали порядка 140 человек. Они доставлены в село Колбатау. В экстренной медицинской помощи не нуждаются, размещены во временном пункте обогрева. Аварийно-спасательные работы продолжаются из-за сильной метели. Спасатели не могут осуществить посадку вертолета. Дорожные полицейские тем временем контролируют ситуацию. Вместе с другими водителями они находятся в колонне.